Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, здравствуйте! Принимайте огромный привет с берега Балтийского моря. С вами Людмила Бутакова, и сегодня речь пойдет о коллагене. Да, о коллагене я на моем канале рассказываю очень часто и уже более 5 лет. Во-первых, почему? Потому что 10 лет назад у меня был диагностирован полиартрит. Ну, как бы его начальная стадия, с одной стороны, можно так сказать, да, а с другой стороны уже мелкие какие-то вещи, мелкие детали я не могла взять. То есть вот цепкости у пальцев не было уже. И это было 10 лет назад. Ну, и с тех пор я много чего в своей жизни поменяла. И мне объяснили, что тебе нужно есть коллаген постоянно. Ну, во-первых, потому что... И об этом, я думаю, сейчас знают почти все, что после 40-летнего возраста, а даже после 30-летнего, выработка собственного коллагена организмом значительно замедляется. Это замедляются метаболические процессы и все такое прочее. Но мы можем с вами и даже должны добавлять в наш рацион вот тот самый коллаген. Остается только выбрать качественный продукт, который действительно способен восполнить те самые недостающие нам пептиды, коллагена. Коллаген – это пептид, это клеящий структурный белок, который очень важен для нашего организма. Не только для волос, для кожи, там и для ногтей, о котором часто говорят, пейте коллаген, у вас будут красивые волосы, кожа, ногти. Во-первых, организм сам собирает себе и чинит то, что в нашем организме повреждено. Да, потому что это не только волосы, кожа, ногти, да, это суставы, да, это и желудочно-кишечный тракт, стенки желудка. Я вот представила сейчас, вот 10 лет назад, что мне эти волосы, кожа и ногти, да, когда у меня пальцы не работают, когда они болят. Зачем мне нужна была красота волос, если я не могла сделать элементарные вещи своими руками? Конечно, суставы в первую очередь. И за этим нужно следить. Но еще я очень люблю все новое. И наука не стоит на месте, и наука, и техника, новые технологии, они идут вперед. И, конечно же, мы с вами понимаем, что если чего-то нет вчера, не было вчера, да, или сегодня, то завтра это появится. Я говорю о том, что, наверное, вы уже прочитали в названии, о коллагене растительного происхождения. Да, с одной стороны, коллаген, конечно, это животный белок, да, но коллаген, о котором я буду сегодня рассказывать, он не животного происхождения. Он стимулирует выработку собственного коллагена. Давайте я прочитаю то, что я собрала из ваших запросов за эти годы. То, что вы у меня спрашивали. Итак, коллаген вы просили в удобной упаковке, чтобы его можно было носить с собой, то есть в стиках. Потому что в банках, в порошке это все неудобно. Следующее, чтобы есть его можно было, не обязательно перед едой и держать вот эти 30 минут, пока он усвоится, да, чтобы можно было есть во время еды, после еды или когда вспомнил. Это очень удобно, я понимаю. Потому что когда люди просыпаются рано, им нужно рано на работу, то вот ждать эти полчаса до завтрака, ну это, конечно, катастрофически. Чтобы коллаген был обязательно морской, потому что, по мнению многих людей, именно морской лучше усваивается. Не знаю, но такие запросы были. Чтобы не был животного происхождения, а именно растительного, но то, о чем я уже говорила, потому что вегетарианцы и веганы не едят ничего животного происхождения. Да, коллаген очень часто это либо животного происхождения, да, о нем я рассказывала, либо рыбий, либо куриный, да, то есть растительного, ну как бы не было, сейчас есть. Чтобы коллаген доставлялся по всему миру, это очень актуально сейчас. То невозможно оплатить, то не доставляется. Вот то, что шурум-бурум, который сейчас творится, да, его тоже хотелось как-то решить. Решено именно в этой компании. Чтобы он был вкусный, потому что от невкусного все устали. Съев за эти годы коллагенов, я уже не знаю, сколько десятков, сотен килограммов, я ела разные, да, и жидкие, и в порошке. И да, когда он невкусный, это очень утомляет. При этом, чтобы он был без сахара, потому что очень многие производители грешат тем, что они добавляют с чем-нибудь, с каким-то вкусом, но еще и с сахаром, чтобы было не так противно есть. А сахар и коллаген – это... Ну, несоединимо, потому что сахар гликирует коллаген, то есть он делает его хрупким. И смысл тогда
То есть это ничего, это мы ничего не съели, это мы просто выбросили деньги на ветер. Но зато это более-менее вкусно. Зачем так делать? Дальше, чтобы кроме коллагена еще содержал этот продукт какие-то полезные другие составляющие, чтобы он восстанавливал не только суставы, но еще и желудочно-кишечный тракт, потому что очень многие страдают так называемым дырявым кишечником, и восстановить вот эти вот как раз-таки стенки кишечника, да, может именно коллаген, качественный коллаген. Ну, чтобы блокировал чувство голода. Понятно, коллаген, конечно, это пептид, но для меня это тоже было удивлением. Думаю, где же найти прям вот такой вот коллаген, чтобы он прям блокировал чувство голода. Съев этот коллаген, я поняла, о чем речь. Итак, он есть, и я его, и моя семья его уже едим с удовольствием. То есть там ничего не осталось в этих коробках, там по одному стику, чтобы вам показать. Итак, отвечая на вопросы, вот все, что вы просили, вот прям вот как по написанному, производится он в Корее, это корейский производитель. Что сразу чувствуется? Упаковка. Я рассказывала вам, что мы более 5 лет работали с корейцами, они фанаты суперкачества, суперчистоты. Это просто там, чтобы продукт вышел в мир, он проходит огромное количество тестирований, проверок, проверка на проверке, еще одна проверка, все максимально автоматизировано, чтобы нигде там рука человеческая не коснулась, чтобы ни одна там молекула, ничего не попала в эти составы. И фанаты упаковок. Упаковки — это всегда что-то вау, космическое даже, ну или просто очень хорошее. Доставляется по всему миру коллаген морской и растительный из ледяного гриба. И он красиво очень выглядит. Дальше. Очень удобен, потому что он в стиках. Принимать его можно во время еды или после. Не принципиально. Вкусный. Не то слово. Он очень вкусный. У меня есть свои фавориты, да? Но он очень вкусный. Он утоляет голод. Это правда. Очень утоляет голод. Он без сахара, без добавления сахара. Он восстанавливает стенки кишечника. В его составе есть много других полезных витаминов, минералов, ну, полезных составляющих. Все, что вы просили, все собралось в этом коллагене. Но давайте начнем все-таки с коллагена растительного. Как я уже сказала, уже все съедено, оставлено по одному стику. Итак, Wonder Gel он называется. Это коллаген растительного происхождения из ледяного гриба, который называется Tremella фукусовидная. Да, конечно, коллаген — это пептид, животный пептид, но почему все-таки это является коллагеном? Потому что вот этот состав, он синтезирует, заставляет организм вырабатывать свой собственный коллаген. Что гораздо более интересно вообще для нас с вами. И это новая гиалуроновая кислота. Почему? Потому что ледяной гриб способен удерживать влагу в 6 раз мощнее гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота обладает сильнейшим, мощнейшим, да, удерживающим влагу свойствами, а ледяной гриб в 6 раз превышает эту норму. Здесь в стике 15 грамм. Он не желеобразный, он такой густоватый, как густой-густой сок. Но, тем не менее, здесь есть такая специальная открывашечка. Ну, корейцы делали, вы понимаете, тут все продумано. Его можно просто высосать, да? Либо можно налить в какую-то там рюмочку и выпить, ну, если так вам больше нравится. Суперский продукт. Почему я говорю, что утоляет голод? Когда знакомлюсь с каким-то продуктом, я не очень вникаю в то, что написано о нем. Мне интересно получить сначала просто вот свои личные ощущения, что это будет. И вот первый завтрак, первый день, когда я ем этот продукт, я съела свой обычный завтрак, никогда не переедаю, все у нас уже веками известно, сколько нужно съесть на завтрак, чтобы насытиться, чтобы это была норма. Съедаю коллаген. И понимаю, что я, ну, буквально через 5 минут у меня такое насыщение. Я понимаю, что я объелась. Ну, как такое может быть? Я же съела, как обычно. Второй день происходит то же самое. Я понимаю, что, вероятно, что-то здесь связано с моим новым продуктом, который я ем, потому что такого никогда не было. На третий день я делаю порцию на завтрак
гораздо меньше, ну прям так в два раза меньше, съедаю коллаген и чувствую обычное насыщение, как после завтрака. То есть реально этот продукт насыщает, утоляет чувство голода. Причем при этом составе, представляете, да, то есть какие составляющие, что попадает в наш организм. В составе, да, экстракт ледяного гриба здесь 10 тысяч микрограмм, экстракт красного женьшеня и экстракт граната, который известен своими полезными свойствами. То есть это коллагеново-гиалуроновая просто бомба для организма. Это вкусно, это работает фантастически, это насыщает организм, это его чинит и лечит, и все в одном флаконе. Здесь 15 грамм, как я уже говорила, и в коробке 10 стиков. Потрясающий продукт. Несколько вкусов. Это яблоко, это гранат и еще есть грейпфрут. Яблоко – это уже такое, знаете, это настоящее желе. Твердое-твердое желе, очень вкусное. И здесь уже 20 грамм этого желе. Ну, понятное дело, что все продукты работают отлично на ЖКТ. Прекрасно, они реально работают вот именно с дырявым кишечником. Улучшается и кожа, и волосы, и ногти, это 100%. И суставы. Но надо понимать, что коллаген действует накопительно. Нельзя съесть один стик, да, и сразу почувствовать, что у тебя не болят суставы, если ты уже запустил, как это было у меня 10 лет назад. Такого не бывает, дорогие мои. Это нужно время на то, чтобы, получая качественный продукт, происходило обновление на клеточном уровне. То есть только тогда, когда клетка поменяется, а клетка поменяется, потому что она будет с каждым разом все здоровее и здоровее, ведь больная клетка порождает, ну, только больную клетку. Чтобы она стала здоровой, ей нужно получать правильные составляющие, да, правильно ее кормить, чтобы она постепенно рождала все более и более здоровую клетку. Поэтому коллаген, если вы реально хотите быть здоровыми, крепкими, с красивыми волосами, да, в первую очередь со здоровыми суставами, здоровым кишечником, коллаген нужно есть постоянно. Постоянно. Только нужно выбрать для себя качественного производителя. Он называется Opskin, да, то есть это коллаген с гиалуроновой кислотой. И здесь в составе есть еще пребиотики. Очень хорошо влияет на сон. Посмотрите, упаковка. Так открываешь, как духи хорошие. У каждого вкуса своя упаковка, тоже интересно. Ну и коллаген, который для меня является самым вкусным, коллаген с высокой концентрацией граната. Полезные свойства граната, я думаю, все из нас знают. Здесь содержатся витамины группы В, А, С, ПП и витамин Е, витамин красоты, макро- и микроэлементы. То есть это такая, вот то, что вы просили, это не только коллаген, да, это такая прям вот витаминно-минеральная бомба. То есть организм получает в одном стике, здесь тоже 20 граммов, сразу все, что ему нужно. Представляете вообще, вот что это такое? Он очень вкусный, это какой-то вот то ли вкус детства, я даже не знаю что, но это очень вкусно. Конечно, здесь ни в одном нет сахара, да, это только экстракты, вот либо яблоко, либо граната. Его повышает гемоглобин, улучшает кровотворную функцию. То есть, представляете, вот состав, то, что я говорю, невозможно переоценить, да, плюс очень вкусный, ну и все, что вы просили, и даже есть растительного происхождения, и вкусно, и удобно, и доставляется по всему миру, и содержит еще много чего в себе, то есть не просто коллаген, да, а коллаген с теми самыми важными для нас, для нашего организма добавками, в которых организм нуждается, особенно чем старше он становится. Те, кто любит говорить, а почему бы там желатин не поесть, да, это же то же самое. Сразу хочу сказать, нет, поверьте мне, за столько лет я уж хорошо изучила, что такое коллаген, что такое аминокислоты, пептиды, да, как растворяется, как собирается, что из чего. Желатин работает по-другому, он сам по себе по-другому создан, да, и сам по себе по-другому работает. То есть, если бы это было так просто, все бы ели желатин. Да, из желатина можно делать такие же желе. Я это делала, я пробовала, проверяла,
Я же вам говорила, я много чего прошла. Но чтобы сделать желе, который все равно не так работает, 100% не так, нужно соблюсти технологический процесс, должен быть определенная температура, определенный все-таки порошковый желатин нужно взять. Нужен очень правильный витамин С. Это не обычный витамин С, там нужно особый, скажем так, да. Его нужно варить при определенной температуре, его нужно охлаждать. Варить надолго нельзя, потому что он быстро портится. Все-таки нет. И все равно эффект не тот. Эффект не тот, между прочим, да? Вот поэтому тот коллаген, о котором я сегодня вам рассказала, он действительно заслуживает внимания. Все ссылки на магазин, где вы можете купить коллаген, я оставлю в описании под этим видео. Конечно же, для моих любимых подписчиков будет скидка. По промокоду Людмила скидка 5% на весь ассортимент, на любое количество покупок, но до 30 сентября. Только до 30 сентября. Поэтому я не буду вас задерживать. Переходите по ссылке, выбирайте коллаген, который вам понравился. А единственная скидка не суммируется с другими акциями на сайте. И еще очень важно, да, для тех, кто платит из Европы. При оформлении заказа вам нужно будет выбрать, да, опцию «Европа и другие страны» и нажать «Оформить». Менеджер свяжется с вами и расскажет, как вы сможете оплатить. Самое главное, что оплатить можно. Доставка по всему миру. Я очень была рада сегодня вам рассказать об уникальном продукте, прекрасного качества, эффектный, эффективный. Все, как вы просили. Все, как вы просили, даже растительного происхождения. Очень рада была сегодня с вами повстречаться, передать эту информацию. Если будут какие-то вопросы и комментарии, обязательно их задавать. Желаю вам на ближайшую неделю всего самого-самого хорошего, самого прекрасного. Будьте здоровыми, красивыми, молодыми. Помните, что все это зависит только от вас. Если вы хотите быть в ресурсе, жить и наслаждаться жизнью, сегодня все возможно. Обязательно дарите миру любовь, и мир ответит вам тем же. Ну, а с вами была Людмила Бутакова. Всего хорошего. Пока-пока.